Хотел сказать, дата, вот смотрите, 1 июля, 16 год. Едем Мудайжоу, поближе к Южной Корее. Северный, Владивосток, там все дела, Благовещенск. Здравствуйте, добро пожаловать на борт. Наркота, суки, бабло, наркота, суки, бабло. Это не очень красиво. Не могу это. Не нравится, да? Палево. Чего палево? Да вряд ли мы охватимся. Я тоже думаю, если ты на рожон не будешь лезть. В Калининграде тебе не палево. Такой Китай существует у нас. Такой Китай. Странный Китай. Привет. Мы сейчас ходили с Ваней. С Ваней на рыночек. На китайский. Мы на севере Китая. Что тут есть на рыночке? Вот мы купили лапшу. Вот так вот они насыпают табао в пакет прям. Не парятся люди, но тут все очень вкусно. Потом тут есть хлеб нормальный. Нормальный хлеб, что в Китае это, ну, на юге Китая это редкость. Вот лепешки и какой-то вот кексик. Все это обошлось где-то в рублей 200. Че, кто-то реально упал? Да. Лех, ты че загрустил? Я. Тебе тут нравится сидеть, да? Я не грущу. Нравится сидеть, да? Здесь, да. Приятно просто здесь, как-то. Самая настоящая атмосфера Китая. Да, как-то умиротворяет, да, здесь место? Так сесть и сидеть. И постигать смысл жизни. Китайская чифань. Вон там это бухло стоит. Да, какое-то байчжоу. Вот мы заказали, короче, покушать. И нам принесли подарки. Это просто нам... За счет заведения. За счет заведения. Тут тофу с огурцами. Ну, это офигенная штука вообще. Тут очень жарко, между прочим. Володя, тебе жарко? Ну, сейчас, в данный момент, да. Леш, тебе жарко? Жарко, но если сравнивать с югом, здесь все равно. Ну, сейчас чуть-чуть похоже, да, на юг? Похоже, но нет такой жесткой влажности, что, ну, тяжело дышать здесь. Ну да, здесь очень здесь хорошо. Мудатьян. Мудатьян. Город-герой. Сейчас Лешу познакомлю. Леша, привет! Привет! Расскажи, всем. Что ты здесь делаешь? Я как здесь ты сюда живу. Пришел? Как ты забрел сюда? Именно сюда? Именно сегодня? Да!
Ну, мы остались в этом городе еще на один день, потому что нам не успели купить билеты. И мы решили прогуляться. Ну, а в первую очередь, чтобы прогуляться, куда мы едем? В центр. И мы вот сейчас в центре хотим посмотреть, что в этом детском парке. Может быть, есть развлечения для больших мальчиков. Да, пойдемте покажем. Смотрите, здесь все катаются, хорошо все. Она просит, да? Вань, ну что ты, не хочешь покататься? Вань, ты не хочешь покататься? Вань, ну куда ты уходишь? Вэл, а ты что, не хочешь покататься, Володя? Нет. Мужику уже сколько лет? Уже двое детей, он все не хочет кататься. Леш, ты что будешь кушать, мороженое? Я хочу какое-нибудь голубое мороженое. Голубое? Нет. Крути педали быстрее. Быстрее, раз. Что? КЖД. Китайские железные дороги. Маш, для тебя. Ой. Вот смотри, какие поезда, это купе. Мы закрылись, тут хорошо тут. Володе нравится, смотри, улыбается. Тут этот чайничек вот какой-то с горячей водой. Тут мусорка даже есть. У-ху. Розетка. Лампочка. Работает? Работает.